В столице региона сегодня стартовал проект «Социальный магазин». В рамках акции пенсионеры округа могут получить 5% скидку на некоторые виды продуктов акционерного общества «Мясопродукты». Пока новый для региона механизм поддержки людей старшего поколения тестируют только в одной точке фирменной сети магазина «Гурман». Там льготы начали пользоваться уже с самого утра. Вместе с первыми покупателями в мясной лавке побывала и наша съемочная группа. Котлеты наринмарские из оленины, колбаса чайная, бандарская, северная, отрадная, фарш из оленины и полуфабрикат из оленины. На эти 7 видов продукции пенсионеры округа смогут получить 5% скидку в магазине «Гурман». В предкассовой зоне красочное объявление. Не заметить его сложно. Да и сами продавцы охотно рассказывают о новой социальной акции. Ее условия просты. Покажи пенсионное удостоверение, получи скидку. Конечно, если человек уже видно, что он по старости пожилой, там, то мы не требуем. Не стараемся, да. Постоянные. Мы их всех практически знаем. Мы работаем давно и как бы с людьми общаемся очень хорошо. Практически всех, да, так знаем. Если, конечно, подойдет человек молодой, незнакомый, но уже пенсионер, конечно, мы у него потребуем пенсионное удостоверение. Время акции ограничено с 9 утра до 12 часов дня. По словам старшего продавца Марии Кузнецовой, время самое подходящее. Пенсионеры – люди ранние и за покупками ходят практически всегда до обеда. Екатерина Григорьевна в «Гурмане» – частый гость. Социальная акция стала приятной неожиданностью. У нас только дети ездят подкинуты, а у кого-то никого нету. Знаете, как тяжело старым людям? А хоть маленечко так, все-таки в кармане. Правда? Ага. Поддержка хорошая. Спасибо. Кто такое придумал? Давно надо было так сделать. Проект «Социальный магазин» – это пример адресной поддержки людей старшего поколения. Реализован по поручению главы региона Игоря Кошина совместно с профильными ведомствами региона. Наша задача в тех сложных условиях экономических, в которых оказалась сейчас вся наша страна, в первую очередь социально необеспеченные и незащищенные слои населения, чтобы имели возможность приобретения товаров народного потребления, в первую очередь это продовольственных товаров, по ценам ниже, чем которые существуют на розничном рынке. Сегодня в магазине «Гурман» стартовал лишь первый этап реализации проекта «Социальный магазин». К 1 августа акционерное общество «Мясопродукты» совместно с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты выпустит именные дисконтные карты для пенсионеров округа. Они позволят предоставить людям пожилого возраста более существенную скидку на отдельные группы товаров в магазинах фирменной сети «Мясопродукты». Напомню, купить продукцию наринмарских мясопродуктов сегодня с 5% скидкой пенсионеры могут в магазине «Гурман» на пересечении улиц Ленина и 60 лет СССР. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».